Представители Люберецкого союза промышленников и предпринимателей провели выездное заседание. На этот раз встреча прошла на территории предприятия «Вертолеты России». В совещании принял участие глава городского округа Владимир Ружицкий. Участники круглого стола обсудили вопросы поддержки промышленных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса, а также познакомились с работой компании «Вертолеты России». Сейчас здесь, собственно говоря, разрабатываются, испытываются и передаются в серийное производство все вертолеты российского производства, за исключением одной модели – «Ансат». У нас здесь порядка 4000 человек в двух бывших организациях работает. Конструктора, опытное производство, экспериментальная база, летная станция. Ну, четыре составляющих любого разработчика, кто занимается авиационной техникой.